Как люди любят праздники, субботу и воскресенье, когда не надо ничего делать, а можно лишь рассуждать. Можно ни за что не отвечать, ибо это раскрепощение. Но на большом совете людям придется за лень отвечать. Каждый человек ждет этого расслабления всегда. Ждет время, за которое, как кажется ему, он не в ответе. Для каждого человека время безделья – это мечта. Кажется, это то, за что не надо нести крест на совете. Жизнь человека – это вечная борьба внутри человека с собой. Существование – это жизнь обстоятельствам вопреки. Жизнь – это ежедневные уроки, идущие своей чередой. Не учатся на своих ошибках только мечтатели или дураки. Человек известно, что это частица Создателя в духе. Особенность человека – его материальная оболочка. Человек – это сотворец Создателя, а это не слухи. Человек – совершенство сознания, это в космосе точка. У человека есть один выбор – совершенство сознания или нет. Человек должен выбрать свой в жизни путь самостоятельно. Человек в конце жизни от совета получает за все ответ. Совет ответит, насколько человек пытался жить старательно. Жизнь – очень серьезная и сложная стадия для каждого. Из вопросов и ответов состоит вечная человека жизнь. Человек должен определить, что для него в жизни важно. Значит, как человек решит в этом мире жить? Век короток, но за жизнь обязательно ответ надо найти. Человек, как Гамлет, решает вечный вопрос – быть или не быть. Не ответив на этот вопрос, можно остановиться насовсем в пути. Фактически, человек отвечает на вопрос, как ему жить. Известно, что в человеке есть дух, и есть, конечно, материя. После рождения задача человека – остаться живым. Если человек остается живым, то он для Создателя не потерян. Дальше человек формирует себя уже совершенно другим. Человеку придется в конце проявления уйти из оболочки. Повторяю, оболочка – это только внешняя человека часть. Человек-энергия – это уже в пространстве космоса точка. Это для вечного человека. Есть особая в космосе масть. Высшая составляющая человека – это информация. Для информации, помните, нет времени и нет расстояния. Это состояние для человека есть божественная акция. Можно сказать, что в Создателе человека состояние. Все эти три состояния есть внутри самого человека. Это называется «три в одном». Для высшего «я» человека не значит ничего века. Главное, как решит высший совет или что будет потом. Каждая стадия человека несет в себе свое сознание. Человек в материи – это для космоса только эмбрион. После 30 лет приходит только еще судьбы понимания. Вторая часть жизни – это в космосе человек-пигмалион. Каждой стадии принадлежат задачи и условия. Детство и юность – это школа жизни. Далее – формирование человека как части сословий. Третья стадия – это человек у Создателя не лишний. Все три стадии формируют в человеке совесть и место. Человек должен определить свое положение. Все люди у Создателя из одного теста. По судьбе к Создателю должно быть людей движение. На этом пути или в жизни отдыха никому не полагается. Отдых обеспечен совсем в другой жизни. Школа богов всем людям мира России предлагается. Повторяю, у Создателя никто из людей не лишний. Отдыхать человеку не заложено в генах. Каждый этап жизни предполагает занятие. Кто-то мечтает быть вечно в анналах. Люди придумали для этого свои понятия. Пятая эпоха доказала, что это жизнепорок. Нельзя быть счастливым за счет других. Россия преподносит человечеству свой урок.
Мир капитала против России сегодня притих. Страны воюют, теряя людей и богатство. Война, любая, это есть источник проблем. Убийство людей и богов – это есть святотатство. Для человечества – неприемлемая дилемма. Людям надо вырваться из тьмы окружения. Для человека будет отдых только в новой эпохе. Спасет людей из совершенства сознания достижения. Но этого можно достичь только в работе. У человека есть цель – стать, наконец, Богом. Для этого промысла нужно много времени. Каждый этап должен заканчиваться положительным итогом. Жизнь человека – это учеба, а не пустое или отдыха время. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 3 марта 2024 года. Катрен. В этой жизни отдыха никому не полагается.